Всем привет-привет, девчонки и мальчишки, меня зовут Женя Гейн, и сегодня я снимаю для вас очень полезное видео. Чем же оно полезное? Это видео полезно для тех, кто часто совершает онлайн-покупки. То есть, это про меня, потому что люди предпочитают в последнее время шопиться онлайн, им даже лень ходить по магазинам, может быть, не то чтобы лень, у них нет времени, им проще заказать все по интернету. Сейчас существуют различные службы, которые даже привозят вам товар, ждут, пока вы померяете. Если вам не подходят, они бесплатно все увозят, меняют, вам опять привозят. Это в детстве я даже такого себе представить не могла, что такое может быть. Но на самом деле это так, и с этим я недавно сама столкнулась. Буквально час назад мне доставили две пары обуви. Сама я очень люблю совершать интернет-покупки. Мало того, что в интернете я покупаю одежду, книги, косметику, так я еще и покупаю гаджеты. Мы постоянно расплачиваемся онлайн за авиабилеты, за гостиницы и так далее, через разные, конечно же, сервисы. Раньше я не могла бы даже представить, что за каждую нашу онлайн-покупку я могла забирать себе кэшбэк, то есть возвращать себе процент от какой-то суммы определенной. Когда мы недавно об этом узнали, столкнулись с этим, мы с мужем обалдели, потому что у меня муж на самом деле очень любит экономить. И когда он узнал, что существуют такие сервисы, которые возвращают ваши деньги при покупке онлайн, определенный процент, с каждого сайта идет, конечно же, разный процент, то мы очень обрадовались, очень, особенно мой муж. Сегодня расскажу вам про такой сервис, который возвращает вам деньги при покупке на определенном сайте. На этом сервисе более 400 магазинов со всего мира. Поэтому я думаю, что вы найдете любой магазин. Я даже думаю, что вы найдете даже тот магазин, через который вы постоянно что-то заказывали, но не знали, что можно еще и за это вернуть деньги. Вот, например, 2 дня назад я заказала с сайта La Moda вот эти 2 пары обуви. Мне только что их доставили, буквально час назад. Так интересно, курьер стоит и ждет, пока я померю. Если что-то не подойдет, он забирает назад и увозит. Вообще круто. Специально для вас я сняла весь процесс покупки, чтобы показать, как возвращается мне кэшбэк с этой покупки. Я думаю, что многие из вас знают этот кэшбэк-сервис copycode.ru. Я просто не знала про него, вот честно вам скажу. Я видела, что блогеры снимают такого рода видео, но я их даже не смотрела, потому что, ну, мне некогда, да? И когда я недавно столкнулась, между прочим, муж нашел мне этот сервис и сказал: а почему ты вот не заказываешь через него? Ты знала, что ты могла там накопить себе столько денег уже за все это время, сколько мы потратили? Он меня, в общем, опять наругал, сказал, что я невнимательная, вот все твои подружки, блогеры об этом уже давно знают, а ты одна не знаешь. Для того, чтобы вернуть деньги с покупок, вам ничего особо не нужно делать. Просто зарегистрироваться на copycode.ru и все. И совершать покупки только через их сервис. Сейчас я вам покажу на личном примере, как мне вернулись деньги. Вы регистрируетесь на сайте copycode.ru. Очень легкая и быстрая процедура. Можно войти через ВКонтакте. Заходите на их сайт, смотрите, какие есть магазины. А магазинов на Copycode более 400 со всего мира. Выбираете нужный вам магазин, кликаете на него, и Copycode показывает, сколько процентов кэшбэка, бонусов возвращается вам при покупке на этом сайте. В моем случае с lamoda.kz возвращается 5%. Это довольно-таки много. Я кликаю перейти в магазин, и открывается официальный сайт lamoda.kz. На нем я совершаю покупки. В этот раз я заказала себе 2 пары обуви, оформляю заказ. Теперь я возвращаюсь в личный кабинет Copycode и смотрю, сколько мне вернули кэшбэка, бонусов. Бонусы начисляются, даже если вы не оплачиваете сразу товар. То есть в моем случае я оплачиваю товар, когда мне его доставят домой. Но все равно Copycode вернул мне кэшбэк. Как только сумма кэшбэка достигает 1000 рублей, вы можете эти деньги снять. Вы можете их перевести на свою карточку. Даже можете перевести эти деньги на мобильный телефон. Это супер просто. Недавно мы покупали авиабилеты на
aviasales.ru. Мы там очень часто покупаем авиабилеты, потому что там действительно выгодные предложения. И что вы думаете? Копикот мне вернул кэшбэк. Это просто круто. В общем, друзья, я очень рада, что нашла такой сервис, и поэтому я с радостью делюсь этой информацией с вами. Я не знаю, я думаю, что будет это очень полезно для любителей шопинга. Я заказала себе модные серебряные сандали на небольшой платформе белой. Смотрятся они, конечно, грубовато, как будто бы у меня не 40-й размер. Ну и вообще-то это 41-й я заказала, а как будто тут 45-й, а-ля стрит-стайл, ну вот можно носить. А вот эти сандалии, они классические, коричневые, но и стоят они недорого, и в принципе очень удобные. Только немного здесь внутри мне что-то трет, но я наклею или заклею лаком, не знаю, что-нибудь придумаю. Надеюсь, видео вам понравилось, надеюсь, оно было для вас полезным. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр, пока-пока. Thank you.